Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Кадо. Часто задают вопрос, как точить косу бруском. Надо сказать, что бруском коса не точится, а только правится. Уже отбитая коса правится бруском в двух вариантах. Если вы хотите режущую кромочку все-таки поправить более, если она у вас так сильно затупилась в процессе работы, но коса все равно была предварительно отбита, то вы можете торцевыми частями бруска восстановить режущую кромку. Но опять же, это, повторюсь, не будет заточки косы. Если вы отбили косу и начали косить, покосили какое-то время, коса у вас немножечко подсела, вы это ощущаете, берете брусочек и там, где, чтобы убрать замины режущей кромки на каких-то жестких стеблях травы, когда это происходит, вы опять же такими движениями выправляете режущую кромку, и коса снова готова к работе, и можно продолжать ваш покос.